монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Ежедневно каждый из нас имеет дело с различными радиоэлектронными приборами. Без их правильного функционирования не состоится, например, концерт любимого музыканта, не взлетит в небо авиалайнер. Современная радиоэлектронная аппаратура состоит из огромного множества деталей, которые различным образом соединены и скреплены в единую функциональную схему. Для того, чтобы собрать электронный прибор, нужно произвести большое количество операций. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры должен знать приемы и способы выполнения необходимых монтажных операций, принцип действия монтируемой аппаратуры, свойства различных материалов, технологию пайки. Он должен уметь читать чертежи, схемы, решать умственные задачи, представлять, как будет выглядеть и функционировать монтируемая система, пользоваться монтажным инструментом и измерительной аппаратурой. Он должен обладать умением сосредоточиться, хорошим глазомером и четкой координацией движений, иметь развитое пространственное мышление. Нужна ли эта профессия людям? Любой, даже самой крошечной детали в радиоприборе отведено строго определенное место, и соединены все детали и элементы между собой тоже в строгом порядке. Поэтому сборка, скажем, DVD-плеера, персонального компьютера или системы автоматического управления курсом воздушного судна – дело чрезвычайно увлекательное, но далеко не простое. Автоматизация сборки радиоэлектронных устройств имеет свои пределы. Поэтому обойтись без высококвалифицированного специалиста по монтажу всех этих устройств в наше время невозможно.